Ребят, всем привет, с вами как всегда Jumbo Max, и в этом видео я расскажу о приложении Spotify. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы, конечно же, этого еще не сделали. Ну и те, кто захочет принять участие в розыгрыше, кстати, в этом видео на кону первая часть Watch Dogs, напишите в комментариях «хочу игру» и отправьте скрин о проделанной работе в нашу группу ВКонтакте, чтобы мы смогли отправить вам код. Подробности, как всегда, в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. А начнем мы с того, что 15 июля в России наконец-то официально стал доступен музыкальный сервис для прослушивания музыки Spotify. Если что, этот сервис дает бесплатный доступ к огромному количеству музыкальных треков, которые, самое главное, можно слушать абсолютно на любом устройстве, включая даже консоль Xbox One. Чтобы начать пользоваться приложением, просто найдите его в Microsoft Store или же в другом магазине вашего устройства, скачайте его, авторизуйтесь, и все готово. Теперь вы без проблем можете слушать музыку и даже в фоновом режиме. Сорян, конечно, что я не врубаю вам треки, но сами понимаете, авторская право и так далее. Если что, данного приложения до этого момента официально не было в нашей стране, поэтому, собственно, все и рады, что оно появилось. Многие, наверное, до сих пор не понимают, что в этом приложении такого и за что его все любят. Но дело в том, что в этом приложении есть абсолютно все для нормального прослушивания музыки, и сам сервис сделан очень качественно. Преимущество данного сервиса ставит обширную медиатеку, треков тут ну нереально много, и абсолютно каждый может найти себе что-нибудь послушать. Приложение формирует точные рекомендации, учитывая ваши предпочтения, хвалит за доступность приложения на всех гаджетах и управление музыкой при помощи них же. Кстати, сейчас покажу, насколько это удобно. К примеру, вы играете и запустили музыку на своем Xbox. И чтобы не переходить в меню или же не останавливаться от игры, вы можете просто приконектить свой смартфон через Wi-Fi к консоли и управлять музыкой уже с помощью смартфона. Как по мне, это очень удобно. Хоп-хоп и все, и переключил музыку, не отрываясь от игры. Также преимущество приложения в том, что оно стабильное, без каких-либо багов, лагов и тому подобного. Ну а также большой плюс в наше время является то, что там нет агрессивной рекламы. Но несмотря на то, что это приложение по сути бесплатное, в нем есть платная подписка, которая дает вам некие преимущества. Они в принципе у вас на экране. И да, если что, эта подписка дается на 3 месяца совершенно бесплатно. Как по мне, приложение реально удобное, реально качественно сделанное, и лично я скачал уже его на всех гаджетах, ну и соответственно буду пользоваться. На Xbox оно также сделано идеально, без каких-либо заморочек, очень удобно прослушивать треки как и в фоновом режиме, так и через приложение. И кстати, в приложении есть даже плейлисты для геймеров. В общем, такое вот приложение, если кто-то рад его появлению, то прожмите лайк и напишите об этом в комментариях. На этом, в принципе, все. Большое спасибо вам за просмотр, не забывайте подписываться на канал, и до новых встреч!